познакомились вы с ним в России? Да. Но он был этнический немец, да? Он наполовину русский, наполовину тоже еврей, вот, но я как бы этого не знала. Это практически немец. Если наполовину еврей, то это немец. И что? Вот, я это, естественно, позже уже узнала, мне, ну, как бы не принципиально. Мы как бы жили на две страны, встречались с ним здесь. На две страны это вы жили в Москве, а он жил у себя в Германии. Да, да, да. Он приезжал сюда ко мне, мы с ним виделись, встречались, общались, и в какой-то момент он мне сказал, что все, так больше не может продолжаться, либо ты переезжаешь ко мне, либо я приезжаю к тебе. Я говорю, хорошо, я не смогу к тебе приехать по той простой причине, что... Как же, я же звезда в будущем, что я там буду на ваших подмостках немецких, там, кого я буду играть? Нет, у меня другая версия. Ты же не сделал мне предложение, поэтому я же не смогу к тебе переехать, я думаю. Ну, да? И эта версия тоже. Ну, девчонки и вообще, кивают это... головой. Да. Это настолько было все скоропостижно, настолько, ну, просто... Типун вам на язык. Скоропостижно бывает только в одном случае. Ага. Ну, и в общем, он переезжает к вам. Да, конечно, это не ваш мужчина. Просто... По своей харизме, по энергичности. С ним действительно, наверное, приятно было бы дружить. Он такой мистер секс. Конечно, с ним дружить. Такой брутал Иваныч. Да это называется дружить. Как ты все не поймешь-то? Это называется, было бы с ним хорошо дружить. Это массаж называется, понимаешь? Все, не опошляйте, девушка. Была девушка, вы ее любили. Что потом произошло? Мы... Как сказать, я любил девушку, но получается так, что как-то мне не совсем повезло в отношениях, да, там, либо... Она вам изменяла? Было такое. Ну, то есть, как бы не то, что она изменяла, то просто я не знал, что на этот момент она встречалась не столько со мной. У нас это называется изменяла, а у вас, ну, так сказать... Как сказать... Она не мне изменяла, а ему. С вами. Да. Главное, не родине не изменять, а это все переживается. Ну, как сказать, я считаю, что... В кошмаре в этом долго вы пребывали? Знаете, я не могу сказать, что кошмар, потому что, в принципе, я человек позитивный. Конечно, и... она приходит пьяная, веселая под утро. Правда, с парнем под ручку. Вы говорите, это кто? Она говорит, друг. Что друга, ни собаку не выгонишь в такую погоду, правильно? Нет, ну просто я решил себя проявить как умный взрослый человек. Я уложил спать, да. Вот, и утром выпроводил его, напоил чаем, кстати, между прочим. Ага. А она где спала с вами, с ним? Я поселил ему вместе гостиной. Вместе? Ну да, конечно. Ну раз с ним пришла, пусть с ним уже спит. Раз уж пришла, правда, что же им ломать-то вот эту картинку? А потом... Все плавать, ребят. Антон, я вас понимаю. Нет, на самом деле я... Мало ли он бы по пьянке ей бы сломал что-нибудь там, руку, например. Потом я лег отдельно, а она ко мне, пришла, значит, к вам. В кровать. Ага. Я уже себе матрас надул. Потом мы с ней подрались, она на щеку кусила. А что хотела-то? Ну, хотела со мной спать, наверное. Ей там не хватило? Наверное, не хватило, ненасытная была. Понятно. Ну и вот она укусила вас за щеку, и вы что? Ну я что, я пошел к другу спать. О, какие у них отношения, да, безбашенные. Ну, сдались, нет, или так она, не солоно хлебавши, ушла опять к тому? Нет, я пришел домой, попытался открыть замок, дверь не открылась. Она открыла мне дверь изнутри и оказалась без нижнего белья. Так ей жарко было. Наверное, да. Я ей сказал, а где твои трусы? А она говорит... В стиральной машинке. Я говорю, а где? Вот. Они же одни у нее были. Да, в том возрасте-то. Она говорит, ой, не знаю, где ты там. Я смотрю, эти трусы были за диваном, где спал этот молодой человек. И вторые ей купили трусы сменные? Нет, без трусов шла. Как говорите, с чем пришла, с тем и ушла. Ему сейчас просто нужна такая девочка, такая веселенькая, которая всегда будет рада. Вы мне скажите, пожалуйста, вы женщину выбираете по двум критериям, чтобы хорошо сексом занималась и готовила? То есть вам женщина нужна для утех и для приготовления пищи. Я правильно поняла? Ну нет. Ну просто, а что смотрите, еще? Мы же все любим заниматься сексом. После секса многие любят покушать. Только розы у нас любят. Мы уже это... Да-да-да. Вы замужние. Мы только готовить любим. Вот розы, иногда так пожарим, что... Антон. Нет, просто я считаю то, что секс – это одно из самых важных вообще, в принципе, в отношениях, потому что я не хочу, чтобы у меня моя девушка изменяла, не хочу ей изменять, чтобы было все... Это вы вот на примере первых отношений, конечно, да, научились, да. Что лучше? Вот. Мне не нравится с ней лично секс.
И поэтому я на начальном этапе ей изменял, пока мы притирались друг к другу. Спросите Миру, хочет ли она так? Антон, скажите мне, пожалуйста, вы действительно сейчас готовы жениться? Конечно, я этим озадачен уже, наверное, года два, если честно. А чтобы что, зачем вам? Посмотрите, девчонки рядом с вами. Знаете, девчонки и так только повеселиться, а мне охота прийти домой, чтобы мне было приготовлено покушать. Я хочу тот самый уют, понимаете, в доме. Чтобы было уютно, чтобы меня кто-то ждал. А как вы считаете, Мира вам этот домой. Самый уют может, так сказать, предоставить? Ну, судя по ее игривым глазам, думаю, что да. Они всегда играют. Нам осталось только посмотреть на сюрприз. Роза, ну что, советуешь Мире присмотреться к Антону? А что не присмотреться-то? Очень даже советую. Актер и телеведущий наверняка неплохо живут. Вот-вот, скоро и квартирку прикупит. Надо брать. Эх ты, тебе б только деньги считать. А Мира-то молодая, ей чувства нужны. Ой, да классно вообще, девчонки такие. Роза довольна. Василиса, что там звезды говорят? Антон – яркий представитель знака Овна с Плутоном в седьмом доме. Он будет верным мужем и хорошим отцом. Антон и Мира будут дополнять друг друга. Я тоже считаю, что Антон и Мира смогут найти общий язык и построить отношения. Она его будет вдохновлять на поступки. А он, в свою очередь, даст ей все, что она захочет. Совет вам, да, любовь. Вот так вот. Супер! Иди, моя хорошая, молодец, молодец, молодец. Ой, прям как похоже. Все забавно. Да, ей самым интересно. Самой понравится. Спасибо, хороший сюрприз. Проходите, ребят, в свою комнату. Спасибо вам большое. Спасибо. В другом институте, ну, тоже. А вы не говорили, как подруги, синюю, открой глаза пошире. Смешно. Посмотри, кто рядом с тобой. Ну, он не терпит критики по поводу, ну, в выборе девушки. То есть ему трудно посоветовать, да? Нет, он мыслит религиозно-национально. Да, но мне трудно представить, Аника, что он приводит вас в башкирскую семью. Вот вы также празднично бантик себе прикрепляете этот, и с мамой Кондратьей же будет там. Я тоже не представляю. А какие такая свадьба? Барби, Кен и подружка Барби. Вот мне кажется, родители будут недовольны. И вот этот парень, когда он женился на своей мусульманке, то он не успокоился. Да. Они уехали жить за границу и вернулись через какое-то время, у нее уже ребенок родился. Вот. Он и... вас нашел? Да, он начал ухаживать за мной с тройной силой, гораздо лучше, чем это было раньше. Он дарил мне подарки, он мне подарил норковую шубу, которую я очень хотела. Взяли вот. Норковую я шубу? Я взяла, да. А что я должна отправить? Только ты, что ли, берешь в цельную хватку? Ну что, я не дура. Ты, конечно, не дура, а я ей сказала, еще не хватало. А потом мы собирались в путешествие, и я не приехала в аэропорт. Потому что, небось, в теплые страны вас звал куда-то? Да, в Таиланд. Ну, просто но у как меня... вы там, в шубе поехали бы, что ли, в Таиланд выгуливать-то? Надо было куда-нибудь на Колыму у вас, в Магадан. Нет желания побывать на Колыме. В общем, не поехала с ним. Нет, не поехала, я не приехала в аэропорт. У меня просто у друзей свадьба была в Ижевске. И я подумала, что там будет интереснее. Конечно. Скажите мне, пожалуйста, Синю, если бы вы вот в таком образе привезли бы знакомиться со своей мамой и роднёй Анику, что бы там было бы с вашей мамой? Ну, просто я Аникой. Скажу, это моя девушка, и все. И они ничего не будут. Мама в уморок не упадет? Нет, не упадет. Я представляю, как мальчишки во дворе будут бежать там на велосипедах, ехать за Аникой, будут трогать ее волосы, хватать за бантик. Это так романтично! Аника, покажите сюрприз, который вы приготовили. Наверняка что-то с Барби. Да по-любому, если же бант нацепила. Да, нужно быть до конца в образе. Сегодня я хотела тебя переодеть, чтобы ты мне соответствовал и был похож на Кена. Но когда я вышла, я поняла, что переодевать тебя не нужно. У тебя и так отличный прикид, ты классно выглядишь. Я думаю, что стоит исправить только прическу. Спасибо. А это... Вот теперь самое то.
Ну зачем делать посмешище? Он нормальный, смотри. Он подыгрывает ей? Да. Спасибо большое. Спасибо. Проходите в свою комнату. Желаю вам много работы. Если честно, он мне сейчас начал нравиться намного больше. Ваше впечатление? Ну, мне, конечно же, показался ее образ несуразным, но потом как-то к концу я поняла, что они вполне могли бы, знаете, так неординарно смотреться вместе. Я согласна с вами, что есть такая несостыковка, непонятная, почему у нее на голове бант. Действительно поражает, что у девушки грамотная речь, умный взгляд, и при этом она ну, так какая выглядит. Девушка, ну ей тридцатник, Галина, да. Просто, да. Ну к бабке не ходи, это минимум, который я назвала. Понятно, если она этим зарабатывает, то я и пожелала ей много работы впереди. Я, конечно, это не зарабатываю, и я такая, какая я есть. Ну, я понимаю, что ей даже неловко было в какой-то момент, потому что осмысленнейший взгляд, вот изображать из себя идиотку. Ну и, конечно, чудовищно этот сюрприз. Вы выглядели как дурак просто. Что это за бездарный такой номер? Что это за каска на голове? Прическа нам помяла. Ну, конечно. Да, да, вон. Иди, милый, поправлю тебе. Нет, ну посмеяться можно иногда. Вот так вот почудить. Все, садись, хорошо. Я в доме кино в Ленинграде позвала в туалет. Девицу, которая названивала моему мужу, сняла босоножки и ее избила. И потом в Доме кино висело объявление, что меня в течение 6 месяцев не впускать в Дом кино. И у нас, да, в то время был директор, ну не буду его называть, режиссер очень известный, и он меня вызвал на ковер и сказал: «Покайся». Я говорю: «Не буду». Он говорит: «Давай так, соберем собрание, и я тебе задам вопрос. Гузеева, ты каешься? А ты так только кивни». Я сказала: «Не буду, потому что я была права». Так что и вы лучше бы своими силами справились. Знаете, вот я услышала сейчас момент, то, что Синьюнь ищет вдохновение. Я его очень давно потеряла. И... Ой, 21 год, я ну, в вашем возрасте уже разочаровалась в жизни. Никакого вдохновения не было, да? А мужчина как вдохновляет, Настя? Ой, как вдохновляет. Не, ну я надеюсь, что... То есть ничего нет у нас, да? Синьюнь, а у вас есть такое понятие в Китае, как приданное за невестой? Ну, то есть что невеста копит до свадьбы? Подушки. Есть такое. Подушки, белье, посуда. Это не надо, там какое-то... У них это стоит все копейки. Золото должно быть, да? Ничего, купим золото. Ну, это по-классически, а я это не люблю. Я люблю как-нибудь посвободнее, со вкусом. Правильно, Синьюнь, мы будем нетрадициональной парой. Да, каркайте. Нетрадиционально. Хорошо.